Ну что ж, спасибо командам за этот матч. Спасибо вам, что вы его насмотрели. Матч судья. Первый судья Александр Рыбцов. Второй судья Михаил Непомнин. Здравствуйте, дорогие друзья, мы с вами находимся в Кемерово, и это волейбольная суперлига. Делает это весьма качественно, вообще хорошая подача у московской команды, и здесь каждый может похвастать своим умением. Лихошерстов, первый темп не проходит, Панков еще раз на Вадима, теперь уже попытка Соколова, ну и все удачно. Вроде бы защита у Кузбасса была, но посмотрите, как улыбается Брянский. Хорошее настроение у команды, у тренера. И вновь Зират Банкаси, турецкая команда, проект Варшава, польская и Нолика. Это бельгийцы. В общем, Динамо в Лиге чемпионов прекрасно пока играет, ну а дальше очень интересно по жребию с победителями Лиги чемпионов прошлого сезона, с ЗАГСы. Прием Маркина. Пытался Красманович первый темп сыграть. Сиважелес, не удается обмануть соперника, и уже атака у Динамо будет. Соколов, мощно, Моисеев и... Маркин каким-то чудом спасает мяч. Но еще одна атака Соколова. Васиев. Соколов. Атака не прошла у Цветана. Еще одна попытка. Понятно, что тяжело здесь на силу атаковать. Подлесных по рукам пытался. Кузбасс пока в защите держится. И Папазов... Ну вот так, удачное действие было, следом блок соперника работает, чихлят они Виталия, и 3-1 в пользу Динамо. Керменин принимает, Соколов, выигрывает Кузбасс, этот сет, 37-35, эмоции! Эмоции СРК Арены. Фантастическая партия. Браво Кузбассу. Ну и такой пик, всплеск был сейчас. Конечно, фантастически доработали. Принимает Керменин, Лихошерстов. Кузбасс отрабатывает здорово. И Маркин делает блок-аут. И вот уже с брейковым мячом Кузбасс впереди. 3-1. Неплохое начало четвертого сета. Принимает Подлесных. И Пайп от Семышева заканчивает эту игру. Ну что ж, побеждает Динамо в четырех партиях в непростую игре. 25-17, 25-21, 35-37, 25-20. Московская команда выигрывает.